серия продолжилась. Футболисты «Динамо» вернулись домой из Новокузнецка с нулем очков в багаже. Раздобыть такие нужные баллы не удалось в матче с местными «Столиварами». Уже после первых 45 минут сине-белые горели 3-0. Во втором отрезке гол престижа забил форвард Владислав Аксютенко. 3-1 в пользу хозяев. «Динамо» и в этот раз не смогло прервать серию из поражений в Новокузнецке, которая тянется, только вдумайтесь, с 1992 года. Часть вторая. В Казани дан старт новому туру чемпионата страны по хоккею с мячом. Наш регион представляют девушки из барнаульского клуба «Коммунальщик». Первыми под их клюшки попали представительницы волгодонской «Дончанки». Отличились по разу Ксения Свеженцева и Анастасия Мирошникова. Желто-зеленую пропустили лишь однажды. 2-1 победа. Турнир продолжается. Новый этап. Барнаульский футболист вызван в сборную страны. Приглашение от наставника команды Леонида Слуцкого удостоился Александр Ерохин. Спортсмен включен в список 24. Сейчас Александр защищает цвета екатеринбургского «Урала». Клуб выступает в самой элитной лиге страны. Молодого полузащитника уже назвали одним из открытий сезона. За 5 матчей он забил 2 гола. Пострадали питерский «Зенит» и московский «Локомотив». Родился Александр в Барнауле, здесь же начал постигать азы футбола. Позже в его карьере были молодежка столичного «Локомотива», молдавский «Шериф» и «Краснодар». Вместе с партнерами Ерохин начнет подготовку к матчам отборочного турнира «Евро-2016». Дома сборники сыграются с Швецией, на выезде с Лихтенштейном. Обе встречи назначены на сентябрь. Кирилл Политов, наши новости.